Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Лайкоп и добро пожаловать на четвертую серию модификации Капкан Сталкер. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем! Так, ты достал? Ты подготовил, точнее? Да, товарищ полковник, а что за срочность? Никаких вопросов. Некоторые из деталей очень редкие. Я бы даже сказал уникальные. Возвращайся к службе, старшина. Есть долг. Принадлежит тебе, а ты принадлежишь мне. Ага, прикиньте, еще что говорит. Что болтает? Ёшкин кот. Что болтает? Он контролирует меня, а я контролирую док. Вот это, кстати, нехорошо. Научиться. Вот как вернемся. Так, что я тут закуплюсь пока? Патрошками, потому что сейчас нам в X10... идти, а вы знаете, что там понатыканный. Товарищи. Ага. Жалко, тут продавца нет. Блин, почему они не установили тут продавца, у которого можно было купить? Пополнить там, я не знаю. Патрошки. Уникальные бронебойные. Так, идти далеко за этими не будем. Так, ну чё? Это нам с вами, значит, куда? Теперь в лабораторию? Он не отмечается, кстати. Он не хочет отмечаться, представляете? Ага. И нам на... Это же радар, да, путь. Вот самый сложный, вот этот путь, писец. Он такой потненький. Убей их всех. Угу, знаю. Так, давайте мы тогда снимем. Уберем рюкзак и... оденем, повесить на пояс. Где у нас еще вроде бы есть, да? Стойкость. Убрать рюкзак. Повесить на пояс. Посмотрите, будет ли радиация сейчас, если я еще все уберу. А, у меня, блин, это тратится, да? Так, ну ладно. Так, где у нас бронебойные патрушки? Так, это снайперские. Ага, вот они, бронебойные, погнали. Ну что тут, это вот эта вся дорога. Хотя, может быть, ее пропустить мне? Потому что это не сильно-то интересно, я вам скажу. Может быть, давайте я пропущу тогда, зачищу всех. Аж тут... вот в этом совершенно нет геймплейных нужд показывать это, зачистку. Так, куда ты зашел? Наверное, так. Да, наверное, так с вами и поступим. Я сейчас вот этого завалю. Кстати, а что мне не отмечаются они? Не отмечаются, смотрите. Так, вот я не знаю, аптечки мне подбирать. Гранатки давайте, наверное, подберу. А сколько у нас бинтов? Бинты я не вижу. Бинты 80, не, хватит, хватит. Гранатки я, наверное, подберу и буду закидывать их. Вражин, да? Наших. Не слышу еще собак диких. Так, ого, вот это стоит забрать. Либо показать всю вот этот путь прохождения через ад. Как считаете, нужна ли показывать это?
Убил? Убил. Не, давайте я, наверное, точно сейчас пройду, короче, сейчас покажу до какого места, чтобы не тратить. Просто это, мне кажется, глупо забивать сейчас время. Лучше я какие-нибудь вам сюжетные покажу. Мы находимся с вами, значит, тут. Я дойду, значит, вот до этого места. И там, ну, зачищу всех по пути по дороге. И там я, наверное, включусь, сделаю монтаж. Так и сделаем, погнали. Так, осталось тут, в принципе, плюс-минус парочку. Блин, выше. Так, 3 патрона, да? И я скидываю это оружие. Где? Так. Постойте, постойте. Кстати, они зомби все-таки некоторых перевалили. Значит, не бессмертные эти зомби. Так, и один патрон. Так, что там, радиация не снимается? Угу. А пока не буду выкидывать, может быть. У того снайпера. Ребят, всю игру копил вот эти бронебойные патроны с самого начала. Я вам советую того же. Ух. И вы видели, где ВСС-ку я поднимал. А, в третьей серии я ее нашел. Можете посмотреть внимательно. В каком тайнике. Я, правда, не знаю, рандомно ли она там с вами появляется или закономерность. Напоминаю, 4 артефакта висят у меня на анти... пульстойкость, плюс 16% дают. И один артефакт на снятие радиации, потому что они... Так, слушай, а где ты свою винтовку? Может, у этой винтовки еще есть... Ага, нету там трошек. Вот тогда добить вот эту винтовку и выкинуть. Потому что я бегать не могу из-за этой винтовочки. Ну, не из-за этой винтовочки, то у меня много оружия, видите, много патронов. Надо сейчас все будет повыкидывать, скидывать. И что, уже не лутаю я? Остались тут, в принципе, парочку, да? По памяти. Если кто помнит. Ну, они тут всегда сидят, эти товарищи. Так, это голова его. Плюс еще там двое. Вот. Ну, кому рассказывать, кто как бы... Кто как бы проходил основную сюжетку. Все они тут... NPC-шки на своих местах всегда сидят. Ага, 3 патрончика остались. А, подожди, там же у нас еще пару снайперов будет сидеть. У нас там парочку еще снайперов будет сидеть на столбах. Хотя можно и не выкидывать эту снайпу. Так, 3, и у меня 3 патрона. Кот, куда сейчас? Куда сейчас, кстати, первый патрон, мне кажется, сквозь него как будто пролетел. Угу. Так, подойдем, мы тут срезать можем?
Нет. Тут у нас, если что, ребята, то вон они уже выбежали. Блин, четкость моя. Четко-четко не попадаю. Откуда? А, ну с... Ой, ёшкин кот, вы чё? Вы чего? Так, надо менять, я понял. Ой-ой-ой, от чего это? От забора? Это от забора у меня радиация? Не совсем понимаю. Ну, вроде закончилось, да? Ну, отпускайся. Так, есть. Не, снайпы, наверное, я выкину. Снайпу я выкину. Что, у нас ВССК есть на бронебойных? Так, слушай, мне даже мои 4 артефакта не хватит. Против стальки. Так, стойте, какой консоль. Ага, сюда тоже нельзя, здесь радиация. Радиация. 9 на 12. Жалко, сюда прицел нельзя вешать. Ну чё вы начинаете? Нормально же общались. Так, где у тебя нога можно? Тихо, товарищ. Ага. Не обязательно прям до талого всех убивать. Так, чё? А, всё-таки надо один артефакт будет снять, да? Ну что, он у меня задыхается. Это артефакты, ребят, напоминаю, что они выносливость у меня забирают, видите? Нет, не бру, не выносливость. Вот эта выносливость забирает у меня. Так, тут у нас... Так, дайте я сниму, наверное. Так, видите, где у нас на троечку? Вот это, да? Убрать рюкзак и... 73... И повесить на пояс. Все. Тема у меня не будет. Так, у нас тут вроде бы врагов нету. Потому что мы еще в подставе всех тут перестреляли. А это у нас, напоминаю, капкан продолжения. Да, тут, видите, монолит. Нейтральный они при том. Напоминаю, что это прямое продолжение... модификации капкан. Так, слушай, я всегда хотел сюда прыгнуть, посмотреть, что будет. А, ничего хорошего. Ничего хорошего там не будет. Все, ну теперь мы узнали хотя бы, да, что туда не следует прыгать. Так, оружие убираем, фонарик тоже убираем. Тут как бы нам ничего. Здравия, здравия желаю. Так, а у вас есть? Что у вас есть? А у вас есть бронебойные. Ребят, советую с самого начала игры, ну, будете проходить модификацию, покупайте у всех прям встреченных бронебойные патроны. Финалки, они вам пригодятся, вот как видите, я вот сейчас... Так, отдайте мне пройти.
Поэтому прям это, не стесняйтесь, закупайтесь потрошками, каждому NPC подходите. Ну, там, не каждому прям, с какие вам попадаются. Так, надо дождаться, а то я не пройду. И вот так, видите, я и бронебойный собрал, и сейчас в СС. Хорошо, что в СС, я говорю, блин, нашел. Вот так фартануло мне прям. Так, блин, проходи, чувак, видите, я не могу из-за него пройти. Коллизии у него только... Нет, зачем ты в эту сторону идешь? Тормоз. Я же не могу, да? А, да, он мне... Чувак, чувак, это рэпчик. Блин, куда ты идешь? Ёшкин кот, ты куда идешь? Ходи. А он мне, кстати, проходит. Мимо меня. Я него, мимо него не могу пройти, потому что у него коллизия слишком широкая. Он может. Так, подожди, это куда нам? Нам дальше нужно идти. Стой, сюда. Чуть не забыл. Хотя тут можно артефакты, в принципе, снять все. Можно повесить на этот... на выносливость. Блин, до сих пор не знаю код от этой двери. Кто-нибудь напишите уже. Чтобы, может, чтобы крюк такой не делать нам большой. Потому что я искал в интернете коды, и эти коды не подходят, короче, к этой двери. Но написано, что от этой двери я вбивал, но нифига не подходит. Зуксики страшные тут. Страшные, как моя жизнь. Так. Это, наверное, надо было этот... мне это все пропустить. Ну ладно, уже я сейчас буду назад возвращаться. Я вот этот путь весь пропущу. Уже, в принципе, дошел. Так, а ты у нас сверху, внизу? Внизу, да? Приветствую тебя, брат. Мне нужно отдать тебе это. Служба ему объединяет нас. Кто те люди на поверхности? Сталкеры, заключившись контракт со сталью, наши враги. Я должен уничтожить врагов. Ступай в Припять, скорее туда прилетит их лидер, убей его. Подчиняюсь. Будь осторожен, брат, враг хорошо экипирован. Целься в голову, я буду осторожен, брат. Я бы еще дальше забурился, только время тратит. Где мне найти компетентных помощников? А, я и забыл, что ты не можешь ответить. Так, подожди, а что у нас? Убить лидера Стахал, ага. Стахал, парень, рвать. Так, градусы я читал? Да, читал градусы. Ага, все. Все, направляемся тогда. К выходу. Так, вышел я, короче, отсюда. Ребят, нам нужно в Припять идти. Давайте я до Припяти добегу. Потому что нам, я смотрю, уже 19 минут нужно время экономить. Давайте до Припяти добегу, там и включусь. Так, замечательно. До Припяти есть. И тут можно... видео как... жесткий, да. Стахал, смотрите, это новые, кстати, появились какие-то ребята. Новые, так, я фонарик выключен мне. Сейчас мы вам... покажем жесткие, сколько их там, 4? Не, вы жесткие. Да блин, давай, что ж ты? У тебя тоже перезарядка?
Что не кокорил? Так, а у вас что за оружие? Желтые аптечки, ляд, посмотри. А, ну и обычные у вас. Натовские, я понял. Я думал, такие, как и у меня. Желтые, хорошо, что у них аптечки. Так. Этих товарищей пускай сидят, наверное, на крышах, да, там. Я просто пробегу их. Все, не будем выцеливать этих ребят на крышах. Стой, 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 что-то не по плану пошло. Беги, 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 Ходор. Нам как бы не сильно до этих дел, ребят. Пускай там стоят. Так они нас, кстати, пока не видят. Так, тут рыдется, да, в этом вроде бы. Да, блин. Ну что это такое? А что у нее с глушаком? У нее с глушаком. У нас получше вроде. Да ты что, живешь так долго? Хотя я это сам живу так долго. А, ну он же мне сказал в голову стрелять только. Только. Этого мало где. Нет, я, блин, он завалил его. Товарищи, по одному, пожалуйста. Чё, помогите. Так, блин, я чинил этот броньку. Так, ну ладно. Так, что-то мне в голову не летит, что они далеко так. Еще с ночным зрением он. Куда-то под землю ушел. Так, ну мне их надо завалить, потому что они не дадут с тем челом переговорить, да? Будут нападать. Стящ, ну ладно. Что они будут меня... домогаться. Не дадут с хамелеоном нормально пообщаться мне. Тихо. Где? Да блин, давай, давай, быстрей, быстрей.
Смотри, сзади не идут ли товарищи. Вот это, наверное, возьмем. Чего у тебя за... А, ну у меня такой же автомат. У меня такой... Ёшкин кот! Идите аж втроём. Блин, подожди, 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 подожди! Блин, вот это они лезут, ребята, я вам скажу. Нет! Ну почему же так? Где? Вот ты откуда сзади? Ёшкин кот. Ну чё ж, иногда не летят, блин. Ты чё, чувак, орут ещё так? Страшно, страшно. Очень страшно. Нет? Дома сидит кто-то. Кто фонарик светит? Блин, а никогда не закончится? Ну вот да, один мутант. Все, вроде бы, да? Все. Ну вот, и походу какой-то раненый остался. Либо он подойдет. Все. Я просто не хочу, чтобы они к нам подходили в спину. А, вот он. Нет, ты еще дурак, достань. Видите? В спину-то идут к нам. Я просто диалог сейчас начну с ним вести. И меня чпокнут в спину. А этого я не хочу делать, чтобы мне чпокли спину. Так, что, оружие убираем? Убираем, я сказал. Так, я предупреждал тебя. Где этот Ленни? Успокойся, череп. Сейчас приведем тебя в норму. Отвечай, а не то будет следующим. Полегче. Мне. Что за хрень? Догадайся с одного раза. Но на мне же шлем. В любой защите есть брешь. Тебе ли это не знать, я убью этого римского, ей-богу убью. Теперь он тебя и на милю не подпустит. Другого выбора нет? Есть, готов принять мою помощь, отвали, мутант. Тогда иди, валяй, действуй. Ладно, я погорячился. И я готов выслушать тебя. Во-первых, отдай мне руку. Забирай ты их свою руку чертову. Во-вторых, тебе нужна защита? Шлем помощнее? Натуральная защита, что тут, что римский использовал, когда пришел на янтарь просто налетом монолитовцев. Ага, помню. Еще удивлялся, как его не зомбировало.
Иди на кордон, там найдешь человека, жениха паря, он даст средства. О, более далеко пилить. На автобусе на остановке есть телепорт, он приведет тебя на кордон. Это не ловушка? Да надо мне спасать тебя, а потом убивать. Но как же сталь? Нельзя отдавать им станцию. Вертолет с Лени задерживается. И дорогу к ЧСу они еще не нашли. Я вернусь, наберу бойцов и... Делай, что хочешь. Мое дело предупредить, но учти. Манипулятор от тебя не отстанет. Это третье. Ладно, займусь, им нужно добить начатое. Когда получишь средства, я найду тебя. Но если задержусь, топай в X-18. Зачем? Манипулятор создали там. Может, найдем способ, как его уничтожить. Откуда вынесли? Оттуда вынесли уже все, что могли. В X-18 находится уникальная аномалия. Лаборатория, по сути, существует вне времени. В ней всегда происходит что-то новое. Но что мне искать? Любую документацию умеешь же читать. А нет, любую документацию умеющую отношение к манипулятору. Или ты даже читать не умеешь? Умею. Я сказал все. Стой! Стой! Стой, товарищ! Что это? Он броник, как в этом. Скажите мне. Ну, третий в папке, знаете, похож. Так, 39, да? А он сколько дает? А он 76 пульстойкость дает. Нифига себе. Ничего себе, ребята. Так, топаем на остановку тогда. Да, к телепорту. Так, ребят, вот прибежал я на остановочку. Так, вот это где находится. Если что, не сразу показан этот телепорт. Вот, если что, обращайте внимание на карту, где у нас телепорт находится. Будьте аккуратными. Тут. Ой-ой-ой. А я бежать не могу из-за того, что они. А не, могу. Не, надо завалить их. Нет, 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 нет. Блин, не вижу, не вижу. Жесть. Блин, я и в этот еще попал. Водоворот. Так. Хотя просто может убежать от них. Я правда хотел бы их завалить, чтобы они не беспокоили больше других сталкеров. Ёшкин кот. Собачки, еще вы. Что вы тут? Ух. Блин, нам бы в бар бы вернуться, броньку отремонтировать. Хотя зачем? Нам же дали этот. С вами. Нам же с вами дали. Так, мы тут, короче, с вами остановимся. Завтра, в принципе, продолжим. С этого момента, в принципе, 30 минут я вижу. Хотя можно сейчас переговорить с ним. Вот. Здорово. Попить нет, ничем сушить дико. Держи. Ух, спасибо, поправил. Как тебе? Я к тебе по делу. Что? Сказали, у тебя есть средства для от пси-воздействия. Хе, есть, как же нет. Тебе маленького куска думы хватит. Ща. Ты что делаешь? Аппарат разряжаю, держи. И я не буду это курить. Тебе нужна пси-защита? Точно поможет. От контролера? Зависит. Так, позже нет. От контролера, да. От контролера зависит. Но зомбировать не зомбируют, точняк. Ладно, давай. Вот сюда тянешь, а здесь поджигаешь. Держи, держи. Ты чего? Нихрен это... Не, нахрен эту... Только у тебя просто нет. Чёртовы мутанты! Что? Задница с ушами, мне говорит. Ёшкин кот. Я остаюсь, качаясь. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да, блин, не успел, прикиньте, этот. Отхилиться. Так, спасибо, тут, кстати, сохранился. Нет, убери ствол, тогда поговорим. Да, да, да.
Так, вот тут надо сохраниться мне. Задницу сами, да, он сказал. Тихо-тихо. Тише, товарищи. Ну чего вы, как? Нормально же общались. Так, чувак, ты за меня? За меня. Так, все, перевалили. Жалко, с народу их дофига, блин, тут перевалили, сволочи. Подонки такие! Так, ребят, что найти? Найти документацию в X18, и я думаю, мы уже завтра с вами там встретимся. Это куда нам? А, блин, это опять на радар надо идти? Ёшкин кот. Сахар. Ага. Ладно, давайте тогда встретимся в лаборатории X18. Сейчас я доковыляю, в принципе, там сохранюсь. И завтра встретимся. С вами был Лайков, всем пока.